Здравствуйте, Сергей. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик на моем тестовом переходничке. Таким же образом, сначала вы клеите вот специальную полочку после зачистки хромированного покрытия, потом на нее с помощью двустороннего скотча наклеиваете одуванчик, чтобы не ошибиться с наклейкой. Отмечаете его границы, убираете со скотча, когда проверили в камере, и потом уже наклеиваете его наклей. Вот. Клей наносить с помощью зубочистки, которая тут же лежит внутри упаковочки, и с помощью калибра ориентировать одуванчик на камере, на вашем боевике. Сейчас я его проверю, покажу вам. Я запрограммировал фокус на расстояние 14 мм и диафрагму 2,8. Время задержки входа в режим программирования 1 секунда. То есть всегда вы сможете перепрограммировать, но главное, прочитайте еще раз основы работы с одуванчиком и выясните правильное направление фокусировки для вашего объектива. Поскольку самьянги 14-мм имеют очень длинную глубину резкости, то есть длинную грип, то направление фокусировки очень важно. Сейчас я упакую ваш одуванчик, и завтра утром он уедет к вам в Беларусь из Словакии. Спасибо за внимание.